Вы знаете, сегодня, если говорить про юго-восток Украины, то те, которые возглавляют военный блок Луганской и Донецкой народной, как бы они называют себя, республикой, это люди, которых вынесла неожиданно судьба, и они этнические некоторые украинцы, а некоторые русские, даже русских чуть-чуть побольше. Я не думаю, что они сильно радуются тому, что они находятся в месте, где их может раздавить мина, бомба или там убить снайперская пуля. Нет, просто дело в том, что Юго-Восток исторически очень сильно всегда был русским, ну, сильнее чуть-чуть, чем чистая украинская история. И то, что там много русских вообще и проживало, и даже кто-то, говорят, и приехал, это говорит о том, что ну, не все равно этим людям, у них корни оттуда. Вообще, знаете, очень сильно запутанная ситуация. Я бы не видел, не искал бы там русский след в принципе. Там след обиды за то, что убивают вот, соседа, родственника. Мне кажется, что там довольно все проще, к сожалению, и страшней.